Машины, пробки, в пыли рабочий город. Все так серьезные едут по делам. Мне надоел колючий этот холод. Душа и тело требуют тепла. Всем привет, дорогие друзья! Начинаются наши приключения в Крыму. Мы сейчас только что заселились в номер. Сейчас, ну, не номер, это студия. Просто я, знаете, как привыкла к отелям, поэтому я говорю номер. И буду говорить номер, либо жилье, и буду постоянно путаться. В общем, сейчас мы с Ваней идем на разведку. Здесь окрестности посмотреть. Перво-наперво, конечно же, покушать, потому что времени уже, наверное, сколько, 4, да? Я не знаю. Купить кое-какие продукты, ну и, конечно же, подойти к морю, попробовать водичку. Пойдемте. Там сейчас, да, пройдем пляж. В общем, сели с Ваней. Смотрите, какая здесь красота. Ваня, нет, не с песочком. Здесь везде камни. Здесь песочка нет. Вот здесь с этого, с понтона ты идешь. Здесь ты с понтона вот так вот заступаешь. Там вон есть ступенечки с понтоном. Прям туда сразу глубоко. А чуть дальше здесь есть такой пляжик. Ну, вот здесь камни, просто как бы без пляжа. Понтоны. А там дальше где-то есть камушки. Сейчас покушаем с тобой, все уже заказали с Ваней. Пока что ассортимент небольшой, потому что только недавно все открылось. Ну, наесться нам хватит. Ване борщ взяли, как всегда. Принесли нам наш заказ. У Ваньки это, как всегда, его любимый вегетарианский борщ. Сейчас он скажет, крымский вегетарианский борщ отличается от московского вегетарианского или нет. А у меня вот это вот ставрида, я ни разу не ела ставриду, мне принесли ставриду, сейчас попробую, что это за рыбка такая, и чай я себе заказала. Ну, Ваня, что ты сел? Задумался. Размешай получше. Ну, порция такая солидная борща. Вроде бы такой наваристый. Он еще с зеленью. С зеленью даже еще. Ну, давай, снимай пробу. Так, по ценам сейчас расскажу. 250 рублей стоит борщ. Так, вот ставрида, что-то я не помню сколько. Тоже, 220 порция. А я не знаю, вот это порция или нет. Да, 220 порция. Что-то я еще салат заказывала, но мне пока его еще не принесли. Но вот чай дороговато. Кружка вот эта вот 200 рублей. А сок, что-то я даже не помню сколько сок. Ну, мы сейчас пойдем посмотрим, что тут есть в местных магазинчиках. Потому что кухня есть, и вечером можно что-то приготовить. Ух ты, это что? Это руки потом сполоснем. А, руки сполоснем. Да. Смотрите, какая подача. Еще и руки потом можно сполоснуть вместе с лимоном. Красота. Ну, знаете, еда здесь не главное. Здесь главное вид. Здесь главное вид, когда ты кушаешь эту еду. Я думаю, что она будет даже лучше усваиваться. От рыбки, от моей, одни косточки. Я даже не подозревала, до 41 года прожила, что настолько вкусная рыба ставрида, я ни разу ее не пробовала. Обалденно. Что, идем мы прогуляться. Вот есть какой-то мелкий совсем магазинчик. Что у нас здесь есть, интересно? О, йогурты можно взять здесь. Сметана, кефир, отлично. Все, что нам нужно, здесь есть. Нам даже далеко идти не надо. Пойдем. О, и даже вино продается здесь на разлив. Вообще шикарно. Пойдем. Пойдем. Что, агушу может? Нет, агуши здесь, Вань, точно нет. Но здесь есть крымские йогурты. Хотя, не знаю, крымские. Может, украинские хорошие. Крым-то, наверное, не знаю, делают здесь йогурт. Малая, 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 малая. Покажу сейчас вам немножко. Персики. Персики. Вот такие вот здесь персики. Ваня, сколько раз тебе говорю, не облокачивайся через перила. Перила улетят с этой ржавой, и ты туда бухнешься. Отходи. Отходи, солнце. Они, видите, какие яркие, красивые пляжики. Ну, как бы вот для меня вообще оптимально. Спустился и поплыл. Для Вани, конечно, ну, он сейчас потренируется, плавает на мелководье. Если я уже буду в нем уверена, но я его в любом случае без нарукавников-то не отпущу. Но в нарукавниках пусть поплавает. Ничего страшного в этом нет. Может, нарукавники с собой не брали? Да здрасте, как же мы не брали нарукавники, Вань? У тебя мама обо всем подумает. Сейчас тебе они не нужны, мы идем мелкую искать. Сказали, что здесь в 200 метрах есть пляж. Люди загорают. На улице тепло. 30 градусов на улице.
Вот такой вот шикардос. Есть вот такой вот здесь, смотрите, отельчик. Корона называется. Мы с вами смеялись. Корона, говорим, кто поедет в Корону, учитывая, что сейчас этот вирус Корона называется. Мне бы не хотелось, допустим, в такой отель попасть с таким названием. Но у него отличное месторасположение. Он там, смотрите, как типа, наверное, ресторанчика какого-то или еще что-то такое. С очень шикарным видом. Так, Ваня, а вот смотри, Крым в миниатюре. Мы с тобой обязательно поедем, да? Нет. Крым в миниатюре. Он недалеко здесь. Это минут 15-20 ехать. Можно вечером. Какие-то масштабы, эти достопримечательности в масштабе 1 к 25. Все, что есть в Крыму, вот такое вот Ласточкино гнездо. Надеюсь, что мы с тобой туда съездим. А, ну типа подростки и девочки, что ли? Да, только в маленьком этом варианте. Ну, Ласточкино гнездо я тебе хочу настоящее показать, Ваня. Очень хочу. Не знаю, как мы с тобой туда доберемся отсюда, потому что отсюда очень тяжело добираться. Ну, на такси. На автобусе я не хочу ездить по всем известным причинам. Хотя, может быть, это и безопасно. Но мне проще такси взял и доехал. А? Развивайся. Что? Смотрите, какие уютные балкончики. Вот это все такие, знаете, мини-отельчики. Маленькие-маленькие отельчики. Но вот я так понимаю, что вот этой вот небольшой набережной здесь все заканчивается. Мама, ну а скоро там? А я откуда знаю, Вань? Я здесь впервые, так же, как и ты. Вот якорь, смотри, какой заржавевший, большой. Представляешь, какой якорь? Чтобы корабль удержать. Большущий. О, вон. Заказ такси, экскурсии. Надо сфотографировать сейчас. Им можно позвонить, узнать. А, вот сказал этот парень сейчас, что по лестнице поднимаетесь, и там какой-то магазин наверху. Вот по этой лестнице. Но сперва на море пойдем. А потом сейчас я, наверное, для себя, чтобы не фотографировать, вот так вот экскурсии. Потом посмотрю себя же видео. Куда мама, еще? Ты понимаешь, что ты можешь во время видео сфоткать? Нет. Мама. Я ж не как ты. Мама. Не такая умная. Дай я тебе покажу как. Мама. Смотри, нажимаешь на вот эту кнопку, и тебе фото делать. Все, Ваня мне подсказал. Нажимаешь на фотку. И видео не прекращается. Просто он фоткает. А, смотрите, здесь это аренда торговых мест. Фрукты, наверное, будут продавать, что ли. Это было бы вообще замечательно, отлично. Вот, видите, здесь такие маленькие трехэтажные эти домики, четырехэтажные. И пицца вон тут где-то тоже продается, Ванек. Живем с тобой. Живет страна. Здесь, видимо, магазин был, но сейчас не работает. Но магазинчики мелкие здесь есть. Вот знаете как? Допустим, такое место для отдыха подойдет вот людям, которые устали от людской суеты и хотят какого-то уединения, чтобы не было много народу. То есть здесь-то развлечений таких, как бы, я так понимаю, особо, наверное, нет. Но нам они... Вот он, Вань, пляж. Вот он, пляж. Сейчас, пожалуйста, можешь пойти зайти протестировать воду. Может, вместе? Ну, я посмотрю на тебя сперва. У нас же сумка с собой, надо без сумки сюда идти. Давай, Ванек, можешь пойти ножки помочить для начала. Ну, многие купаются вон. Я смотрю, купаются здесь. Снимай. Люди. Людей пока что не очень много. Снимай. Вот, видите, какие отельчики тоже симпатичные. У всех вид на море идет непосредственно. А вон там фотосъемка ведется. Тапки специализированные. Блин, о, мужчина, мама, с маской поплыл. Один минус. Какой? У меня все постоянно под твои пальцы залезает. Вот я почему люблю с пирса, что пап это сразу нырнул. И в камни идти не надо. Но я хочу сказать, что ну, вода, прям мне писали, что она ледяная. Она не ледяная. Она
прохладная, но она не ледяная. Купаться можно. Но сейчас вот солнышко спряталось, скрылось. Давай сегодня, Вань, договоримся просто ноги помочь им, а с завтрашнего дня уже начнем купаться. Давай? Что ха-ха-ха? Не, Ваня, тапок лови! В общем, я хотела отказаться от такого кайфа. Сейчас сделала заплыв. Вода, ну, она немножко прохладная. Но так, знаете, она приятная. Она не холодная. Как мне писали, что вы там в Крыму будете делать. Купаться, скажу. Да. Вообще. Мама, где мы тут? Кристина здесь где-то. А, я его убрала туда. Спасибо, не переживай. Сейчас оденешь. Сейчас мы пойдем с Ваней исследуем. Здесь горка такая есть небольшая, под ней свиньи. В общем, пока что для первого дня я, ну, очень довольна. Я тоже. Это самое главное. Те говорят, что в Крыму дорого. Смотрите, цены дешевле, чем у нас в Москве. Черешня отборная, 350 рублей, так же, как у нас. Но у нас она вся какая-то двойная продается. Подождите, спасибо большое. Нектарины у нас дубовые, здесь мягкие продают. То есть как бы цены как бы такие же практически, как у нас, даже я бы сказала дешевле. Спасибо, приходите. Все, спасибо, придем. Так, фрукты нашли с Ваней, отоварились. А, сколько сока или сколько? А, сока? Подожди, магазин. Ну пойдем, сейчас по пути будет магазин. Номер показываю, наш улов. Ване взяли соки. Соки ставим сюда. Надо сюда, кстати, вот видишь, подставка для этих, для чашек. Надо чашки повесить, чтобы ты мог брать. Чашки вот здесь же есть. Вот, чтобы у тебя чашечка стояла. Одна твоя, одна моя. Чашки есть. Так, даже это... бокалы есть. Так, вот эти вот все фрукты, овощи и масло обошлись в 1000 рублей. Ну, как бы, может быть, не совсем дешево, но я считаю, что как бы нормально. У нас, считайте, перекус с Ваней всегда есть. Купила также кефирчик вечером попьем. И йогурт тоже вечером с Ваней попьем. Био-йогурт. Да, у тебя еще вон с самолета осталось то, что я не съела, это булка. Да, куда их? А, вот место, Вань, для напитков ставь. Не-не, стой их ставь. Так, потихонечку, видите, обживаемся. Чай купили. Ну так, все-таки ходить каждый раз в кафе не будешь, наверное. Ну хотя, не знаю, может и будем, как бы, без разницы. Это перекус, вот он, шведский стол есть. Хорошо, что у нас даже плита есть. Да, плита есть, то есть как бы можно приготовить что-то. Да, сейчас я это все уберу. Микроволновку. Можно сосиски где-то Ване, потому что он сосиски любит. Ты показала это? Показала, дорогая. Самое главное, мы уже наплавались, уже такие счастливые, но сказали, что здесь не очень хорошая вода, поэтому сейчас придется еще идти, я уже не могла просто донести, мы и так много несли. Сейчас пойдем за водичкой сходим. И что нам еще необходимое нужно, чтобы в холодильнике было? Мне-то, в принципе, больше ничего не надо, да и тебе тоже больше ничего не надо. Завтраки здесь есть, они включены в стоимость. Обедать будем ходить сюда, но там просто пока что не разнообразные обеды. Еще здесь только-только все заработало. Ресторанов немного открыто. Мама! Вот. Ну, а ужинать дома вот так вот. Да, я все скажу. Вот кажется, на самом деле, что дождь идет. Дождь идет, это просто волны. Это море, Ваня. Это же релакс. Это море. Мне, знаете, такое счастье, я как блогер, мне так хочется, знаете, вот работать вот здесь, вот сейчас поставить компьютер вот сюда, сидеть кайфовать, сейчас и налить бокальчик винца, сейчас пойдем с Ваней посмотрим, продается здесь где-нибудь или нет. Мама, дай сейчас скажу. И получать удовольствие. Вот здесь даже теплее, чем у нас дома. Ну, 30 градусов, господи, да я ради вот просто только этого звука готова здесь жить месяц. Если бы не папин день рождения, я бы здесь, честно, на месяц бы осталась. Так,
как заканчивается. Ну, не заканчивается. Сейчас, знаете, такое вот именно самое наслаждение для меня начинается. Сейчас я буду монтировать видео. У нас первый день был настолько интенсивный. Ваня попросил чай. Я себе купила вот такое вот шампанское в честь приезда Инкерман. И это не значит, что я выпью бутылку этого шампанского. Вот бокал я себе набрала. Что? Ваньке сейчас чай заварю. Так, что-нибудь отсюда, вкусняшечку какую-нибудь взяла. И кайфовать вот туда. Ванька кайфует по-своему. Слушайте, он Миша позвонил. Здесь хороший интернет. А я вот сюда, вот сюда, вот сюда, вот сюда. Самое главное, чтобы было куда смотреть. Шампусон. Шум вон. Смотреть вдаль. И кайфовать, наслаждаться. Релаксировать. Ой, вот, например, Ваня включил мама, себе... Вот на... Сейчас, подожди, Вань. Ваня включил себе мультики. Вот этот набор нам выдавали в Аэрофлоте. Вот какой-то такой рюкзачок. Не, ну что-то вот это нам не выдавали. Ну, это что-то мы здесь купили. Ну, ладно. Я не про это. Еще мама, я про то. Видос я смонтировала. Но вот здесь, кстати, немножко освещения не хватает, потому что вот освещается здесь только вот этой вот люстрой. Но это мелочи жизни. Но дело в том, что Ваня говорит, разогрей мне булку, я пошла к микроволновке. Каково же было мое изумление, что она новая микроволновка стоит. И даже она, соответственно, не в сеть не была, не включена. Тут какая-то это даже пленка. Ёлки-палки. Я вообще с трудом разбираюсь с новой техникой. У меня всегда вот это вот муж технически подкованный, и Ваня технически подкованный. А я как-то в этом во всем плохо разбираюсь. Так, ну что? Подожди, высокая мощность на минутку. А, ну, в принципе, здесь все просто. Вот, в общем, это у нас уже у Вани сейчас будет ужин с бургером. А я заточила, вот честно признаюсь, заточила целую чашку черешни. Ну, правда, там было, наверное, грамм 600. Ваня немножко, конечно, у меня отъел. Но, тем не менее, основная часть досталась мне. А мама звонила по WhatsApp с Оксаной. Они на даче, разумеется. А. Лови. Ну, зачем ты меня это бросаешь? Я тебе это бросаю. Ну, зачем мне это надо? Что ты взяла? Вот, они говорят, зачем ты столько берешь? Оно же у тебя попортится. Я говорю, у нас не попортится с вами. Как бы, ну, вот эти фрукты, они не портятся. Яблоки тем более не портятся. Виноград тоже с ним ничего не будет. Ну, и помидоры можно даже и в холодильник убрать. Так, Вань, наверное, уже будет слишком горячий. Сейчас давай попробуем. Ага. Подожди, сейчас пусть немножко остынет. Ничего страшного, сыр сейчас уберем. Между прочим, когда сыр плавленый, он очень вкусный. Я тебе должна сказать. Я кайфую. Вот реально кайфую. Слушайте, я не выхожу просто с балкона. То есть я сижу здесь, я себе место облюбовала. Ваня у меня тут со мной рядом сидел, пытался собрать пазл. У него тут что-то получилось. Я говорю, ну подожди, сейчас я освобожу, сейчас вот демонтирую видео, и я тебе помогу. Ну вот он бросил все это на полпути. На, Ваня, вот это вот выброси, пожалуйста. Вот. А я хочу показать вам, как здесь ловят рыбу. Вот эту рыбу, которую я вам показывала в предыдущем видео, ставрида. Это вообще потрясающая рыба. Я не люблю рыбу. Я вообще не любитель рыбы. Но сегодня, так как у них в меню ничего больше не было, потому что как бы еще повара здесь на месте нет. Вот они что-то тут местное такое делают. Вот борщ был там из ставрида вот это. Так вот они ее, видите, здесь ловят сейчас. В данный момент. И я прям сижу и слежу. И считаю, сколько рыбок кто из них выловил. И, видимо, рыбки здесь довольно-таки много, потому что постоянно кто-то из них достает. Вот сейчас смотрю, удочку мотает. Вот это, кстати, у него много, вот в полосатой рубашке у него много рыбы. Он достает. Я вспоминаю сразу, как мы рыбачили. Сейчас смотрю, что-то белый оживился, может быть. Клюет у него. Вот они стоят, у них развлечения. Вчетвером их здесь все больше и больше. Сейчас их только что шестеро было, двое куда-то сейчас ушли. И у меня вот такое вот развлечение.
Я сижу, смотрю, считаю, кто сколько выловил. И любуюсь на волны. Так, что-то сейчас полосатому не повезло. Плюс периодически здесь пролетают чайки. Довольно-таки близко. И там тоже, смотрю, рыбаки стоят по ту часть. И вот, понимаете, я даже не знаю, как это объяснить. Вот, может быть, кто-то мне не поверит, но я получаю реально от этого кайф. Вот, понимаете, от территории, вот он беленький, поймал рыбку. Видишь, Вань? Видишь, беленький рыбку поймал? В белой рубашке мужчина поймал рыбку. Сейчас только что. И мне вот это вот именно нравится. Понимаете, вот, допустим, в любых пятизвездах, насколько я люблю пятизвезды, я почему-то вот этого кайфа не получаю, хотя там и территория шикарная, там и анимация, и то, и все. А здесь оно как-то вот естественно, просто, и самое главное, доступно. То есть, как бы, вот оно, вот он мой балкон, и вот они, вот рыбаки, вот оно море, вот оно, как бы, ресторанчик, да, как бы, где ты можешь с видом на море покушать. Мама, дай я схожу. Вообще шикарно. Мама, на одно мелочь это еще один, а потом уже терраса. Ты ешь там у тебя этот бургер-то? Берешь? Кого? Хыр. А? Хыр. Что? И здесь в номере пахнет тоже морем. Понимаете, морем пахнет. Я не знаю, то есть, как бы, ну вот, что меня могло бы сделать еще счастливее, это то, что если бы там со мной рядом были бы сейчас все наши близкие, родные. Но они все боятся ковида и никуда не летят. Представляю, писатели. Когда вот, допустим, им нужно написать какую-то книгу, у них там в голове складывается какой-то сюжет, и они вот, допустим, вот в таких вот условиях творят, так у тебя эти мысли будут одна за другой идти, реально. То есть, как бы, здесь хочется творить, и вот это вот все море, оно все навевает какие-то такие позитивные мысли, и тебе в голову приходит очень-очень много интересных идей. И там, ну, кому-то нужны дискотеки там в молодом возрасте, да, либо еще что-то. А мне реально вот сидеть на балконе и смотреть и наблюдать. Все. А. Ну да. Ну, мам, можно мы в следующий раз ты мне тоже купим ее? Удочку купим. Не удочку, а эту без сыра. Кого? Как она эта рыба называется? Вот эту рыбу. А, ставриду? Да. Да ради бога, Вань, я только счастлива буду, если ты будешь есть ставриду. Потому что я вон на мужчину смотрю и прям не могу. Смотрите, у него там на асфальте сколько рыбы. Это вот он ее сейчас только что поймал и должен ее снять. И все в эту баночку, в баночку. Придет домой с целым уловом. А я тоже хочу попробовать. Ну, а всем, в общем-то, как всегда, добра, удачи, позитива, отличного настроения. И обязательно увидимся с вами вновь. Пока. Пока-пока. Ваня даже Мише показал море, да? Да. Мише понравилось? А тебе-то самое главное, понравилось резюме? Да. Мне говорили, без Вани, да? Как можно ехать без Вани? Вы что? Это же основной член семьи. Черешня-то какая вкусная. Вот так. Я каждый день мечтала лишь о нем, просыпаясь под рассветный звон. Каждый день мечтала лишь о нем. Валяться буду, как тюлень на пляже.